Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в Эмирате Шарджа, на месте, где вскоре, ну, что здесь будет вскоре, нам лучше всего расскажет Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Ну, долгожданный, я думаю, видеорепортаж наконец-то, который так долго хотели видеть все наши партнеры, да, в общем-то, и многие сотрудники нашей компании. Расскажите, пожалуйста, о том, как обстоят дела сейчас. Ну, вскоре здесь будет действительно построен инновационный центр SkyWay. И это наша земля, 25 гектаров, уже идет стройка, причем в разных местах. И вот мы, например, стоим, здесь будет линия, это первая линия, 400 метров, там будет три пролета, 100, 200 метров, 100 метров. Так? И мы, в общем-то, планировали выйти на площадку в сентябре. Но вы еще видите, вышли в феврале. Ну, хоть вышли? Да, вышли, но если, опять же, подрядчики не подведут, не мы строим, есть подрядчики, то, как я обещал, даже то, что мы начали позже, фактически на полгода, мы можем в апреле уже показать ее. Если не подведут подрядчики, а это не мы, это местная компания, потому что мы не можем сами работать. Мы можем только консультировать и снять авторский надзор. Ну, главное, чтобы мы свою часть работы сделали вовремя. Нет, так свою-то часть мы сделали. Мы проект сделали еще до сентября. Это огромная работа. Это, если кому-то заказать проектные работы, вот это целый комплекс. То есть застроить 25 гектаров земли, построить там 4 линии, инфраструктуру, станции, вокзалы, депо, будущий институт, университет, да, планировку сделать, сети заложить. Ну, все нормально, все правильно, вот и тут и наши стоят, и вон там, ну, хозяева это технопарка, это университет, американский университет Шарджа, который построил за свои деньги шейх, ну, его высочество Шарджи, так? И поэтому это, ну, как можно сказать, часть университета на самом деле. И потом у нас здесь тоже будет свой институт SkyWay, где мы будем готовить специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации струнных дорог. И вот мы стоим там, где будет одна из промежуточных опор. Вот размечен, здесь будет фундамент, будет выкопана яма. Только хотел спросить, почему мы стоим именно здесь, потому что место не сказать, что вы самое красивое. Оно будет очень красивым, когда мы планировку сделаем, посадим здесь, можно сказать, сады, здесь будет все по-другому. Это не будет этого бурьяна, не будет яма. И вспомните, как я ходил в Мариной Горке по танковому полигону, там бурьян, ямы, пропитано все порохом. В августе 2015 года, да, помню. Ну, три года, да, с небольшим. И я же говорю, здесь будет построено, и оно же построено. Вот я говорю, здесь будет построено то, что я говорю, и оно будет построено. Да? И будет построено вовремя. Хотя мы и позже начали. Здесь будет вот эта линия 400 метров. Там придут еще три линии длиной по 2,5 километра. Мы покажем все типы дороги и подвижного состава. И поэтому для этой линии, с нашей стороны не было задержек. Мы спроектировали, уже изготовили эту уникальную машину, она принципиально новая, Unicar T, тропический, в тропическом исполнении. Он уже готов, он уже прошел испытания в термокамере, неделю испытывался при температуре плюс 60. Прошел успешное испытание, сейчас его уже скоро повезут на тестовые испытания в Бэкотехнопарке в Мариной Горке. И после обкатки тестового испытания мы можем уже потом через, ну, где-то в апреле поставить сюда и уже начинать здесь, если будет дорога готова. Но это, опять же, это подрядчики, а не мы ответственны за эту работу, то мы уже можем действительно в конце апреля прихватить уже первых пассажиров. И мы подойдем, там уже я покажу рельсы, мы откатали их в Австрии, в Вене, и они были готовы еще в октябре месяце. И прибыли сюда на стройку, ждали его своего. Так, может, давайте на месте и посмотрим? Да, ну здесь вот фундамент, там будет станция анкеропора, давайте пройдем, тоже посмотрим, там уже
параллельно дороге будут. То есть параллельно дороге, да, вот здесь это будет идти первая линия? Да, это первая стадия проекта. Это значит полностью готовый комплекс, две анкернопольса, мечены со станциями по концам. Тут какая особенность, здесь насыпной песок. И законодательство опять же РЖ запрещает строить на насыпном песке здание сооружения. Надо отрывать его до материкового грунта. Потом там уже вот материковый грунт. И уже на него более плотный, как я понимаю. Более прочный, более плотный, да. И все равно потом его еще поливают водой, чтобы уплотнить водой. Так? Потому что он все равно порыжен. Вот здесь вот станция анкернопора, она пойдет вот линия туда. И на нее тоже будет нагрузка где-то, насчет нагрузка около 300 тонн. Вертикальная нагрузка. Ну, я думаю, что строить в Белоруссии в глине было не намного проще, чем на песке. Ну, я думаю, сложнее, потому что здесь вот, видите, зима. Я так замерз. Помните, как мы снимали, когда это там сосульки, да, висели, да, на носу? Да, мы снимаем морозным февральским днем. Поэтому, естественно, здесь проще строить, да. Но, правда, есть другая, там кратность летом жарковато. Но здесь обычно рабочие кадры, это Индия, из Индии, там Пакистан, там других стран, где, ну, жаркий климат, и поэтому они более-менее привычны к жаре. Это нам. Судя по прорабу, и белорусы тоже. Сейчас находимся возле временного склада, где вот сюда уже несколько месяцев назад прибыли рельсы. То есть мы свою работу сделали вовремя? Да, причем это уже было готово еще даже в октябре. И вот можно посмотреть на эти рельсы. Они более прочные, чем у нас в Беларуси, с более толстой стали. И они способны нести больше нагрузку, чем те, да? Ну, мы стоим на фундаменте, нет, подготовка под фундамент, потому что фундамент вот здесь будет, и там тоже, видите, арматуру возводят гостевого дома, где будет штаб-квартира и наш офис. Это уникальный деревянный дом, эко-дом, где внутри будет сад, здесь будет сад пустыни, где кругом песок. Кстати, как я сказал. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и с каждым месяцем в вашей жизни будет наступать новая, более высокая стадия развития. Строй Skyway! Спасай планету!